Привет, с вами Джилл Айден. С Фэмилисом мы разбираем хореографию Ичи Уэпен. У нас будет сразу две партии. Будем поочередно разбирать сначала один кусок, затем второй кусок. А танцевать под скорость буду сразу по порядку. Наш кусок начинается с того, что мы повернуты на центр. Руки у нас будут на второй счет сверху. Ударять локтями перед собой и с этого заводить кружочек справа налево. При этом ручки у нас раскрываются, мы их будем медленно собирать и на четвертый счет снова раскрывать. То есть раз, два, три, четыре. И выросли. Бедра у нас повернуты в левую сторону, нам нужно поменять бедра в правую сторону. При этом у нас руки будут делать перед собой крест, заводиться за голову и выходить вот такой вот фигурой наверх. И затем мы убираем их вниз. Здесь главное сделать акцент наверх, то есть нет движения, чтобы мы зациклили руки вот здесь. Они сразу просто плавно уходят наверх. При этом бедра мы также поворачиваем в правую сторону, возвращаем на центр и здесь чуть-чуть наклоняемся вниз. После этого коленка у нас правая будет работать следующим образом. Вовнутрь, наружу, вовнутрь. Руки будут перед лицом, у нас пистолеты, одна у нас повернута вниз, другая наверх. И вместе с коленкой мы это все делаем. После этого мы меняем местами и затем обратно. И переход. Просто стоим на месте, ждем следующей части. При этом солистка в момент этой партии переходит вот с такими руками, собирая к себе пальчики. Затем следующий кусочек. Мы наступаем на правую ножку, руки перед собой, либо в таком положении, либо, как делает центровая девочка, в таком положении. И мы ударяем назад, разводя локти и поворачивая голову в правую сторону. То есть, пам, возвращаем обратно, убираем руки. И затем у нас уже левая ножка будет заходить за правую два раза и заводиться левая рука за голову. Будет два движения. Сделали хоп и пам, пам, да. При этом мы раскрываем немножечко колени в сторону. Затем нам нужно шагнуть на левую ножку. Рука у нас работает следующим образом с левого плеча на правое, и мы сгибаем левую коленку. И затем нам нужно вес перенести на правую ножку, вывести указательный пальчик вот таким вот образом на центр. Затем мы поставили ножку для опоры и шагаем на правую, на левую. При этом есть два варианта событий рук в этом движении. То есть две партии. Руки либо же на базе, вот здесь в момент перехода, либо же, как делать центровая, мы рисуем кружочек. То есть отсюда ручки будут у нас уходить вот в это движение. И мы такие, пам, пам. И затем вес снова на правую ножку, чтобы мы могли поднять левую. При этом руки с этого положения, либо с этого положения у нас уходят сверху вниз. Да. И после этого нужно спрыгнуть снова на две ножки. Руки у нас перед собой, делают акцент вправо, влево. При этом мы немножко приседаем, грудная клетка будет идти вперед, бедра идти назад. То есть пум-пум. И затем центровая девочка встает либо в такую позу, либо есть вот такой вариант этого движения. Девочки по бокам делают к солистке либо сюда, либо сюда. У всех разные партии. То есть мы здесь постояли и затем переходим на следующее движение. Нам нужно упасть вниз, при этом, чтобы у нас рука была перед собой для опоры. Сесть в небольшую лягушку, встать, и мы будем вставать через кружочек. То есть правую коленку завели вовнутрь, повернули бедра в левую сторону и сели на левую ножку. Да. Либо же делаем тот же самый вариант и не садимся на попу, а выходим наверх, да, потому что здесь будет различаться партия тоже. То есть либо же у нас будет партия внизу, мы будем сидеть, либо же партия наверху. Первый вариант внизу, то есть мы сделали этот кружочек. При этом у нас будет голова заводиться слева направо, то есть пам, 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 да. Девочка центровая еще добавляет здесь руку около левого глаза. Мы сюда сели, weapon. И мы держим автомат. Нам нужно будет перескакивать вперед-назад. То есть пам-пам-пам-пам. При этом движение руками. Сначала ничего, после этого правая ручка идет назад. Хоп, вернулись обратно. Таких же два движения. Пам-пам. И две руки наверх. Ту-дун. Да. После этого мы возвращаемся на центр вот таким вот образом. И нам нужно нарисовать треугольник, то есть вправо, назад, в левую сторону, руки можно для опоры ставить. И после этого у нас небольшой слайд
пам-пам. Да, то есть рука у нас выходит правая перед лицом, и правая ножка заводится небольшим рондом к нам. И затем мы поднимаемся, и по идее девочки на этой партии расходятся. Но поскольку мы не можем с селектов просто уйти с селекта, когда у нас половина танца еще, я совместила эти партии, то есть после этого движения мы встаем на партии девочек, у которой партия была наверху изначально. Если делать вариант, который сделала я, то после вот этого вот движения мы встаем на центр, как бы спрыгнули. Руки у нас перед собой снова. И ножки у нас делают следующее. У нас будет 4 раскрытия коленки. И у нас корпус будет идти по кругу справа налево. То есть пам, 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 пам. Да. Руки будут присоединяться на третий счет. То есть раз, два, три, четыре. Да. Что делают руки? То есть у нас снова руки в пистолетах. И мы делаем вниз движение. Сначала правая рука вниз, левая наверх. Меняем и обратно. И руки будут идти кружочком наверх. То есть у нас было раз, два, три, четыре. То есть все эти движения руками нужно сделать за один счет, то есть очень быстро. И на четвертый поднять руки и ножки соединить вместе. Затем у нас будут рандомные 4 шага. То есть у девочек перестроение, поэтому можно шагнуть назад, вернуться на центр, можно шагнуть вперед, вернуться на центр, либо же перейти в любую из сторон. То есть мы закончили вот в этом положении, и у нас раз, два, три, четыре, пять. Второй вариант, начиная с вот этой вот партии. То есть у нас заводятся таким же образом бедра. Мы садимся, пам, пам, и здесь встаем наверх. То же самое происходит с руками, ничего не меняется. И делаем то же самое движение, как внизу у девочек на партии. Тан, 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 тадан. И здесь меняется хореография. Руки у нас заводятся вот таким вот образом, что у нас правая рука будет согнута, левая полностью выпрямлена. И затем нам нужно поднять левую ножку и руки сложить перед собой. Да, этим движением они переходят. То есть можно делать на месте, можно перемещаться. Тун-тун. Затем на щелчок руки уходят наверх и ставится левая ножка к правой. И мы уходим вниз. Нам нужно подняться двумя рывками вперед. Тун-тун. Да, то есть перед собой руки будут подниматься. И затем крест и ручки в стороны. И нам нужно распрыгнуться. Пум-пум. Здесь как раз первые девочки, первая партия, они когда встали, вот мы пришли все в один кусочек. И все то же самое повторяется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и. Собираем весь кусок под счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь и. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь и. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь и. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь и восемь и. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь и. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь и восемь и. Раз. Собираем вторую партию под счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь и восемь и. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь и. Раз, два, три и четыре, пять и шесть и семь и восемь и. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь и восемь и. Раз и два, три и четыре и пять, шесть, семь и восемь и. Раз и два, три и четыре. Окей, собираем весь этот кусок под 50, 70, 85 и 100%. Yeah.
Now that you know,